Эй, дед, ну! Ну чего там, дед? Проходи, Савельич, ну. Не задерживай. Куда проходи? Туда, куда же еще? Туда? А мне туда не надо. Нет, братцы, мне туда не надо, на пенсии сегодня. Освободи проход, рехнулся, что ли? 40 лет! Каждое утро думал, вот дойду до этой заразы. А дальше стоп, и повернусь, и иду обратно. Слава богу, хоть дожил. Каждый день, как последняя скотина. Утром станок включил, вечером выключил. Хватит! Чего уставились? Залитки берут. Вы-то теперь все туда, а я-то вот. Фу! О, видел? Я пойду сейчас в трамвайчик сяду, а трамвайчик-то пустой. Это он сюда набитый. А отсюда-то что сзади садишь, что спереди. Вот я сяду, в окошечко посмотрю, а то в пустом-то трамвае не езду никогда. Держи, держи. Алло! К стеночке. Медпункт! Осторожно, осторожно. Врача быстро на проходную. Тут плохо одному. Не пойду туда. Не хочу. Отмахал свое. Хватит.